Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. На мой взгляд, интересными являются несколько тенденций в мире пластической хирургии. Первая тенденция – это, скажем, расширение числа хирургов и вообще расширение интереса к возможности симультантной хирургии и к возможности комбинации больших операций. Все больше и больше моих коллег, чему я бесконечно рада, сейчас делают симультантные сложные операции, в том числе у пациентов там, с массивной потерей веса и не только. И мы видим, что многие коллеги молодцы, пытаются за один этап сделать и бодилифт, и аугментацию, и даже фейслифт, и веки, и так далее. Для меня, как человека, в принципе, достаточно давно работающего в рамках таких достаточно длительных операций, это интересная тенденция. Вторая тенденция – это появилось много пациентов на эксплантацию. Это удивительная тенденция. Пациенты, которых я оперировал 15-20 лет назад, они приходят и просят, так сказать, убрать импланты и выполнить те или иные эстетические операции в области молочной железы с использованием собственных тканей. И очень часто подобная мотивация объясняется тем, что вот прошел ковид, и вот я считаю, что теперь мне не нужно какое-то инородное тело и так далее. Но тем не менее, таких пациентов вот лично у меня даже иногда в некоторые месяцы у меня бывает больше таких пациентов, чем пациентов на первичную аугментацию. Ну и, наконец, третья такая тенденция, она, наверное, все-таки более узкоспециализированная, но так как человек я тот, который работает много с пациентами гинекологического профиля, в этом году отмечается устойчивый интерес к таким, знаете, симбиозным методикам, в том числе липофилинг, которые сейчас с нашими коллегами-гинекологами используются для все более расширенных целей. Эти цели несут за собой даже не столько эстетический характер, да, как в значительной степени уже даже функциональный и лечебный. И я думаю, что это вообще совершенно отличная тема, которая позволит в будущем не просто делать какие-то эстетические коррекции, а действительно заниматься лечением серьезных проблем в области гинекологии. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.